Поэтому тут хрен разберешь, где ты. Я пытаюсь отсюда выбраться, еду в городок Эдмонс. Это еще один пригород Сиэтла, который чуть южнее от нас находится, еще километров, не знаю, 15 туда ехать, но вот по такому вот. Третья трасса на юг. А мне надо будет как-то переходить на нее. Построены все вот эти частные домики, понахапали люди, они здесь уже. Я вот 100 километров проехал сегодня за сегодня, вот, и все никак не выйдешь из этой застройки постоянной. Сколько вас развелось? Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу. Но я все еду по дороге имени Кугуара Смит. Вот она дорога. И что-то у них там не получилось. Вот, Данил моим отцом. Твою мать. Да? Ну вот. И у меня тоже вырвалось сначала. Ну а так ничего, дорога нормальная. А будь как дома, путник, а я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Множество историй, коли желаешь, расскажу. Коли желаешь, расскажу. Коли желаешь, расскажу. Ну вот и 101-я трасса. 101. Юг, север. Вот деревья, великаны. Вот он, ствол. Обалдеть. Ну что, затесался с гонщиками. Вот еду с ними тоже. Вот до сих пор так они и не оторвутся. Взять, обогнать их, что ли? О, сейчас пойдет на обгон вот этот тип. Thank you.